Президент Беларуси 15-18 января с официальными визитами посетит Египет и Судан. Запланированы переговоры между лидерами Беларуси и Египта. Особое внимание развитию двусторонних отношений, в том числе в экономической и гуманитарной сферах. По итогам ожидается подписание двусторонних документов. Также белорусский лидер встретится с премьер-министром и другими официальными лицами Египта, примет участие в открытии двустороннего делового форума. В Хартуме президент Беларуси проведет переговоры с президентом Судана. Стороны намерены определить конкретные шаги по расширению взаимодействия. Особое внимание вопросам экономического сотрудничества. Ожидается заключение ряда договоренностей. Также в Хартуме пройдет белорусско-суданский деловой форум. Площадку БелАЭС по инициативе Беларуси 16-20 января посетит СИТ-миссия МАГАТЭ. В ее составе ведущие международные эксперты агентства из США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии. Цель – проанализировать, соответствуют ли реальные параметры площадки тем, которые предусмотрены проектом. Также в этом году состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности, государственной системе учета и контроля ядерных материалов. Большой театр приглашает белорусов и гостей нашей страны на бал по случаю Старого Нового Года. Элегантные дамы и кавалеры закружатся ночью в полонезе, вальсе и мазурке. Готовились к балу гости с ноября. На протяжении всего торжества развлекать гостей будут тематические салоны – литературный, астрологический, художественный и не только.